Ну что же, всем привет, с вами Ярик Майн, и мы находимся в деревне жителей номер 13. Я сюда переехал жить. Так, я наконец-то приехал в эту деревню. Она довольно интересная. Давайте выберем какой-нибудь дом и поселимся. Но я единственное знаю, что это дом мэра. И давайте поселимся в какой-нибудь из домов. Вот кузница тут есть. Интересно, она занята? Не знаю, надо будет спросить. Такой домик есть. Напишите, в какой домик мне лучше всего переселиться. Я и хотел построить новый дом. Прямо вот где-то, допустим, тут. Я даже договорился уже с мэром. Тут я чуть-чуть дорогу подровняю. Он мне дал креатив на некоторое время. Так, возьмем дуб. Этот дуб мы срубим. Так, дуб, уходи отсюда. Сейчас мы построим мне новый дом в этой деревне. И знаете, что самое интересное? Что я заплатил мэру за размещение своего дома всего лишь $10. Да. Как-то это очень странно, это очень мало, но интересно, почему так мало. Так, возьмем, допустим, дуб. И раз, два, три, четыре. Дальше раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. А на 10-й блок ставим. Или это сильно большой дуб? Не, давайте все-таки на 9-й блок поставим. Дальше раз, два, три, четыре, пять. Вот. И соединяем это все вот в этом месте. Вот такой каркас у нас получился дома. Давайте дальше возьмем булыжник, дубовые доски, еловые доски и разместим это все. Допустим, тут булыжник, тут. Где бы тут вход сделать? Давайте не булыжник сюда поставим, а поставим доски. Вот. И тут у нас будет вот такой вход. Дальше тут у нас будут два окна. Конечно, не такие маленькие. Или вообще одно окно у нас тут будет вот так выглядеть. Да, наверное, вот такое одно окно у нас будет. Так. И довольно примечательный домик у нас получился. Точнее, его одна сторона. Дальше тут соединяем это все дело. Так, тут у нас вот такое окно будет. Дальше соединяем вот эту сторону. Сильно много окон тоже не надо делать. Ну что же, каркас нашего дома, самый упоротый, самый позорный каркас готов. Сейчас мы его будем разбавлять. Берем дубовые ступеньки, берем еловую плиту, берем дубовую плиту. И еловые ступеньки. Так. Из еловых ступенек строим крышу. Вот следующим образом. Так. Так, и также с другой стороны. Кстати, может тут окна давайте лучше в два блока сделаем. Вот. Вот такой вот у нас дизайн будет дома. Довольно прикольный, например. Тут окно и тут. Вот. А потому что мне большие окна не надо. Довольно красиво получилось. Что придаст более такой реалистичный вид постройки. Итак, вот так у нас получилось сделать. Довольно интересный дом. Давайте сюда теперь поставим стеклянную панель. Ну или можно белую стеклянную панель.
Да, давайте лучше белую, чтобы чуть-чуть затемнять лучи солнца, чтобы они так не светили ярко. Вот. И последний вот тут. Все. Снаружи дом уже готов. Так, теперь нам надо сделать перегородку, допустим, вот такую. Вот. Ну, перегородку можно сделать даже из люков. Да, очень даже красиво получится. Давайте это и сделаем. А тут люк. Тут люк. Дальше тут два люка и тут два люка. А тут как-то надо будет это дело сделать, интересно. Можно, кстати, даже вот так вот сделать, получится очень даже прикольно. Но можно так. И вот. И вот. Как это сюда поставить? Ой. И вот так. Все. Вот такая у нас получилась перегородка. Дальше нам понадобится мод. Давайте вот этот мод возьмем и поставим сюда такую кровать. Допустим, такую. Кровать у нас будет. Так, тут, наверное, будет мое рабочее место. А кровать будет, допустим, тут. Такая двойная кровать, да. Дальше. Давайте возьмем столик какой-нибудь. Столик, давайте. У меня где-то тут такой столик интересный был вот тут. И этот кран сюда не подойдет. Какой же сюда кран подойдет? Вот такой кран сюда подойдет. Дальше поставим плиту и какой-то шкафчик. Так, на плиту ставим конфорки. И давайте досочку сюда такую повесим, дощечку и вытяжку, конечно. Все. Вот такая кухня у нас получилась. Дальше давайте сделаем наконец-то дверь в дом, чтобы меня никто не ограбил. Вот. Так, дверь, я думаю, будет смотреть сюда. А хотя вот такая дверь мне пойдет. Ну, довольно интересно, у меня уже домик получился, но у меня до сих пор нету освещения. Так, давайте мы возьмем светильники такие. Сюда, сюда, сюда. А, нет, там надо вот так вот и вот так. Все. Так. И давайте над моим рабочим местом еще повесим сюда лампочку и, допустим, сюда. Так, и давайте сделаем так, чтобы она выключалась. Она включала, то есть, все лампочки сразу. Все. Включаем, и у нас во всем доме есть свет. Прекрасно. Дальше мы возьмем. Давайте какой-нибудь белый светильник. И поставим его. Хотелось бы рядом с кроватью поставить. Но у нас тут батарея. Так, ладно, мы потом этим займемся. Дальше давайте что-нибудь такое поставим. Пульт. Нет, пульт пока не будем ставить. Электроника. Так, давайте мы сюда поставим часы. Обязательно, чтобы видеть время. Дальше. Ну, давайте такое радио. Что еще? Принтер можно, но это потом. Принтер мне пока что не надо. Вот. Баскетбольный такой мяч. Все. Вот такой дом интересно получился. Столик. Кстати, да, стул я забыл поставить. Давайте введем. Стул. Такой можно, такой стул. Я думаю, что такой вот стул возьмем. Довольно прикольный. Все. Камера
Камеру надо переставить куда-то. О, вот так вот. Все. Камеру я переставил. Все, вот такой дом у нас получился. Ну и мы находились в деревне жителей номер 13. Я наконец-то построил свой дом. И я даже боюсь прийти к мэру и спросить, сколько с меня денег. Да, я очень много потратил денег на этот дом. Я думаю, я пошел оплачивать дом. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. До новых видео. Всем удачи и всем.